Самое страшное на дорогах как для пешеходов, так и для автомобилистов – это лихачи. Именно по этой причине чаще всего происходят ДТП. Как правило, дорожно-транспортные происшествия данной категории имеют высокую тяжесть последствий и большой процент погибших в них людей. Борьба с лихачами ведется ежедневно, а теперь еще и ежечасно. В помощь сотрудникам ГИБДД пришли и современные технологии. В настоящее время на въезде в город установлен комплекс «Дозор», который ведет регистрацию въезжающего и выезжающего автотранспорта, также производит фиксацию превышения скоростного режима. Данные с видеорегистраторов отправляются напрямую в Смоленск в расчетный центр, оттуда к десногорским нарушителям будут приходить письма счастья.